Команда КВН, все под контролем. Вы находитесь в музее, посвященный вам. Нам? Да вам, придурки, вы что творите? Вы хоть со зрителями поздоровались? Здравствуйте, команда КВН, все под контролем. Теперь давай танцуй. Что смущает тебя? Не, ну мы вообще что в университетскую лигу-то подались? Так-то не ради победы. Тут просто после выступления тортики дарят. Да я просто проверяю, трясусь ли, когда смеюсь. Теперь давай танцуй. Алин, а тебе не кажется, что наша команда какая-то тухленькая? Да. Миниатюра. Казус на кукольной фабрике. Мама! Мама! Ненависть! Блин, бракованная. Ненависть! О, нормально. А у тебя тоже есть тупые шутки? Да. Команда! Смешно. А как будто ты лучше можешь придумать. Да могу. Угадай, в какой руке шутка. В этой? Нет. Угадай, в какой руке шутка. В этой? Нет. А где? А, улетела. В Корею. Может быть, съездишь, заберешь? Вообще-то я из Тербунов. Девчонки, прикиньте, меня сегодня в парке один парень 3 раза сфотографировал. То есть в одном кадре ты уже не умещаешься. Кто это мне тут звонит? Ай, Лёшка. Не, ну мы же договаривались, что на сцене ты мне звонить не будешь. Чё, не верите? Ладно, успокоились. Команда КВН все под контролем. Контроль — это наша главная фишка. Теперь давай танцуй. Девушка, которую воспитал гвоздь. Чёртов гвоздь! Не ори на гвоздь! Теперь давай танцуй! Что смущает тебя? Давай танцуй! А сейчас капелька черного юмора. Кап, что не нужно делать в интим-магазине? Посоветуйте что-нибудь на свой вкус. Может, пельмени? Теперь давай танцуй! Что смущает тебя? Соскучились, а я нет. Случай на выборах. Вы куда? Я иду голосовать. Так вы же уже голосовали. Я? Нет. Ох уж эти русские все на одно лицо. Теперь давай танцуй. Что смущает тебя? Данил, что ты делаешь? Да тут просто из военкомата приехали, пытаюсь от армии откосить. Тихо, а то сейчас змея придет. О, кто змея? Ну вот опять. Ну вот опять. Из-за вас все думают, что я грубая, равнодушная, сексуальная и злая. Нет, ну на самом деле я просто тварь. Ингалятор. Не-не-не, спасибо. Кстати, у нашей Наташи сегодня праздник, да? Ее один очень красивый и чертовски богатый парень пригласил на Гоа. Да? А нет, это же моя счастливая жизнь. Финал! Время удивлять! А чё, не финал, что ли? А ну, скажите тогда там ректору, чтобы в костюм жирафа не переодевалась. Песни про выборы не будет. Кто-то сказал песня? Я люблю тебя, слёз. Алин, ты чё поёшь? Я просто билет купила на 50 оттенков Серова. Качественно шутканул, девчонки, с почином. Давай пятюню. Опа, промахнулась. Почему мне приходится работать с такими идиотами? Юль, ты как-то по-оригинальнее. Можешь нас оскорблять? Да, пожалуйста. Добро пожаловать в мир моих оскорблений. Ну, давай. Шпала. Шерсть. Где?
стендапер липецкий. Вот это уже перебор. Да не трясешься ты. Ну и в конце. 7 марта с концертом в Липецке выступит Ольга Бузова. Возрастное ограничение 12+. Мы настоятельно просим всех девушек притвориться 11-летними, дабы сохранить свою карму и родословную. С вами была команда КВН «Все под контролем». Не прощамба!